Здравствуйте, я Александра Соколова. Я вам покажу квартиру в Мерсении по цене 24 тысячи евро. Квартира находится 150 метров от моря и располагается в очень хорошей локации, престижной локации, в очень хорошем комплексе, который имеет всю инфраструктуру. Если был бы отель, мы бы назвали это 5 звезд. Эту квартиру можно рассмотреть как для себя, для семьи, для небольшой семьи, либо для пары, либо под аренду. Здесь, да, в этом комплексе разрешена аренда от 5 суток. Такая квартира бы стоила от 100 до 150, возможно, в высокий сезон до 170 лир в сутки, начиная с начала мая, заканчивая концом сентября. Но иногда можно захватить конец апреля и начало октября. Обычно мы сдаем помесячно, в месяц примерно 4000 лир в месяц такая квартира может стоить. Что привлекет сюда арендаторов и что понравится вам? В этом комплексе есть. Значит, территория комплекса большая, огороженная, охраняемая. Вот здесь вот дорожка и ведет непосредственно к морю, к пляжу. Здесь постоянно живут люди, и вы можете вот сейчас их наблюдать. Тренажеры на улице, детский городок, большой бассейн. Обязательно при входе есть души. Перед тем, как зайти в бассейн, надо принять души. Большой аквапарк, детский бассейн. Бассейн с приливной волной, что является достаточно редким явлением среди комплексов. Не все комплексы могут себе это позволить. Но вот в Чешмели, чем славятся Чешмели, тем, что здесь в свое время были выкуплены большие участки земли. В Мерсене сейчас таких участков земли уже нету. Чтобы комплекс стоял прямо у моря, это находится рядом с морем, 150 метров от моря. Другие комплексы непосредственно на первой береговой линии находятся. На Чешмелях заканчиваются автобаны Санкары, Саданы. В самом Мерсине нет пляжей, есть набережная. Поэтому мы ориентированы на турецких арендаторов, которые знают, любят и, выезжая там в августе, бронируют уже на следующий год. И готовы платить эти деньги. В комплексе также есть крытый бассейн, есть хамам-сауна. Мы вот как раз сейчас к ним идем. Круглый год работает. Есть массажные сервисы, которые можно получать. Видите, вот сейчас как раз готовится к сезону. Сейчас март месяц. Уже вот пальмочки подстригают и делается подготовка комплекса к новому сезону. Въезд на территорию с той стороны, в окружении комплекса апельсиновые сады. Там же у нас при въезде стоят теннисные корты, есть беседки, зона барбекю. Машины с той стороны от комплексов. То есть вы не видите, что на территории машины, хотя машин здесь достаточно. Вот это музыкальная танцевальная площадка. Ой, дети здесь пищат, знаете, сколько удовольствия получают. Еще одна детская площадка. Сейчас мы заходим в парную, закрытый бассейн. Это спа-центр, он очень большой, хороший, сейчас не сезон, но при этом он открытый, есть сервисы, помывки, массажи. Ну, давайте, наверное, сначала вот в это крыло пройдем. Здесь массажные кабинеты. Здесь девушки могут сделать красоту с ногтями рук, ног. Здесь массажные кабинеты, где могут вас массировать вдвоем. Видите, какая музыка играет, какая релакс-атмосфера. Здесь витаминный бар, то есть можно отдохнуть после хамама, после бассейна, работающий бар. Вон. Лимонный сок, желаете? Крытый бассейн, шезлонги, тепло здесь, хорошо.
Так, идем дальше. Хороший. Можно и зимой, и летом в нем жить постоянно. И можно его сдавать. Сдавать очень отлично. Здесь очень мало квартир, в принципе, 1+1. Поэтому я рекомендую, приезжайте. Еще есть пляж, оборудованный шезлонгами, зонтиками. Все это входит в коммунальные платежи. Айдат составляет 2400 лир в год. К слову сказать, возле пляжа замечательная эвкалиптовая роща, которая дает прохладу в знойный день. Итак, сама квартира небольшая, но очень компактная, очень удобная. Давайте мы ее посмотрим. Итак, это у нас терраса. Терраса вот уже сегодня можно ставить, ну, я рекомендую с апреля месяца использовать ее как полноценную комнату, где можно кушать, как столовую, выставлять столы, любоваться цветами. Вот так можно цветочки эти поставить, кадушки с цветами, огородиться от окружающего мира зеленью, если вам это нравится, и уже кушать здесь. Здесь у нас гостиная. Эта квартира продается без мебели, несмотря на то, что вы ее видите, то есть она продается пустая. Зона гостиной. Здесь есть, я бы назвала эту квартиру студия, но у нее есть зонированное пространство под спальню. Это кухня, хорошие шкафчики с доводчиками, мраморная столешница без техники, то есть здесь нужно будет еще немножечко вложить в нее. Вот, входная дверь у нас вон там аж где. Вот, здесь у нас коридор с прихожими, где все можно поставить. Здесь место под стиральную машину, место под холодильник. И здесь есть отдельное зонированное пространство под спальню, чтобы вот с глаз долой, из сердца вон. И в этой квартире один санузел, то есть очень удобно при входе. Здесь душевой уголок, унитаз функции биде, зеркало и раковина. Если вам понравилась эта квартира и вы хотите приехать, приезжайте. Жду, покажу другие варианты по тоже привлекательным ценам. В этом комплексе, в другом комплексе, в поселке Чешмили, от Мерсина до... Откуда? До Нурлы-Кую, наверное, могу вам показать. То есть это 60 километров береговой линии. Есть отличные предложения в каждой зоне. Но каждая зона, она разная. Она для чего-то, где-то для постоянного проживания. Вот это место, лучше бы я сказала, для курортного проживания. В основном в этом поселке живут иностранцы и русскоговорящие. Ну и, конечно, немного турков. Но это место... удобно, потому что здесь заканчиваются автобаны с Анкары, с Аданы, с Мерсина. И поэтому люди любят оставаться здесь для того, чтобы проводить летний отпуск. Спасибо всем за лайки. Я жду вас в Мерсине.